Всем привет, дамы и господа! С вами сегодня я, Александр, победители прошлого видеоролика перед вашими глазами. А чтобы попасть в наш видеоролик, вам нужно поставить лайк, написать крутой комментарий и подписаться на канал. Все очень просто, все стильно, все красиво. Как всегда, все изумительно. Ну а мы с вами побежали смотреть топовый видос. Всем хай, друзья! Привет, сайт! С вами я, Саня. Мы сегодня на Hellstore. Баланс у меня был $200. Закупился я на 150. 50 еще осталось. Все, в принципе. Хочу сделать со 150 хотя бы, ну, в идеале бы 300. Удвоить баланс и уйти с чистой совестью. Смотрите, это с прошлого ролика, друзья. Это я еще не вывел пока что. Но, думаю, все скоро будет. Ух ты, $104 уже. А давайте попробуем вот так вот. 39%. Поставим еще. Вот, 40%. Как думаете, я заберу это, нет? 38%. Хоть, в принципе, все возможно. Все возможно. Такой эпик и на начальном этапе ролика. Мы это забираем! Друзья, мы это забираем. Ай, красавчик, Hellstore. Просто идеально. А чтобы вам еще поднять настроение, берете промокод Богомол, вставляете при пополнении баланса, получаете бонус в 6% от вашего депозита и спокойно берете себе скины в инвентарь. Также вы можете получить дополнительные бонусы от сайта. Для этого нужно, чтобы ваш уровень стима был больше, чем 3, регистрация была больше, чем 3 месяца назад, 150 часов в КС-ке, ну это, мне кажется, все уже сделали. Профиль должен быть общедоступным, то есть, чтобы каждый мог посмотреть. Да, все хорошо, что вы играете, что вы не какой-то там бот. И еще один немаловажный момент. Вы можете, помимо моего промокода и того, что я указал в пополнении, забрать еще много халявы акций и розыгрышей у этих ребят в группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, везде. То есть у них постоянные акции, постоянные розыгрыши, постоянно какие-то челленджи. Залетайте туда, забирайте свои бонусы и бегом сюда выбивать крутые скины. По поводу пополнения. Один маленький нюанс. Пополнить вы можете с любого интересующего вас формата пополнения. Это может быть банковская карта, это может быть скины, это может быть киви, даже эфириум можно пополнить. То есть любым доступным для вас способом. Как вы хотите, так и пополняете. В принципе, все очень просто, все логично. Главное, не забывайте юзать мой промокод, который будет в описании. И все получится на ура. Так, залетим еще на классик. Ух, ну прям, я не ожидал, что я выиграю с $40. Это же капец какой-то. Прям $50, ну нормально. Вот так, давайте вот так вот еще поставим. $110 на 15 секунд. Посмотрим, что тут и да как. 52. Процента шанс. Не успел. Хотел еще, но ладно. Давай, Hellstore-чик, родимый. Дальше. Ну, не повезло, не фартануло. Дальше я, знаете, что хочу? Я хочу отправиться в колесико. Смотрим, синий, желтый. Ну, давайте попробуем на красный, наверное. Дропнуть $8. И на желтый также вот $8. Все. Вот так вот. Пожалуйста, отдай. Будет очень хорошо. Красный, желтый. Давай, только не синий, умоляю тебя. Колесо меня не любит здесь, я не знаю почему, но меня очень любит мой любимый, и я его люблю, апгрейдер. Спасибо тебе, дорогой, за то, что я могу забрать, вот, можем императрицу. В чем основная фишка апгрейдера на сайте Hellstore? Да в том, что вы, во-первых, можете суммировать ваши скины, то есть вот у меня 3 предмета, вот, 1, 2, 3, по $8, 10... 2 по 10 и 1 по 8. По итогу $29. Мы можем это суммировать. Еще можем увеличить процент с помощью баланса нашего. И вообще будет по красоте. Так что все здесь хорошо. А мы я просто хочу императрицу сейчас статрековскую забрать с этого сайта. 44%. Пожалуйста. Есть! Отлично! Мы это забираем со спокойной душой. Так. Нет, императрица, все. Спасибо. Ультрафиолет. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий, выпадет он или не выпадет. Я очень
на это надеюсь. Давай, пожалуйста, ультрафиолет. Ну, не повезло, не фартануло. Дальше у нас идет не менее интересный режимчик, такой как конфлип. Возьмем, ну, вот так вот, наверное, $33. Поставим и ждем оппонента на $45. А пока мы зайдем... Что тут, $160? Не успел. Я бы поставил, друзья. Но я, к сожалению, не успеваю. Кстати, огромное спасибо вам, друзья, за вашу бешеную поддержку, за ваши комментарии, за вашу активность под моими роликами. Я очень это ценю и постараюсь выпускать для вас годный контент все чаще. Напишите, пожалуйста, как у вас вообще дела. Ну, что вы хотите, может быть, что-то новое увидеть в каких-то роликах. Допустим, тотальная проверка режима апгрейдера или... Делаем колесо вилл только и всего. Ну, то есть, какой-то определенный, может быть, модель роликов вас интересует. Так, пишите, не стесняйтесь, я прислушаюсь ко всему. 66%, ну, пожалуйста, Hellstore. Hellstore, умоляю тебя, пожалуйста. Стой, есть, фух. Я уж испугался. Так, я видел, что в конфлипе к нам присоединились, но мы, к сожалению, его проиграли. Ну, ничего страшного. И такое бывает. Ай, апгрейдер. Я так хочу вот этот вот вой. Но, блин. Вот просто посмотрите, сколько нужно. И вот это вот все выйдет на $600. Будет всего 12%. То есть это очень жестко. Зайдем в классик. Посмотрим, что тут да как. Залетим пока. Ну вот. Вот с такого вот дропа. $135. Докидываем императрицу. $200. Пожалуйста, блин. Ладно, я рискую, друзья. Я рискую. Ножик, я докидываю сюда нож. Да, вы можете сказать, что я шизанулся. Но все ради вас, все ради контента. Пожалуйста, отдай. Стой. Фух. Слава богу. Мы забираем это, мы это забираем. Отлично, просто супер. Просто one love. Так, идем. Да, мы идем в апгрейдер. Идем вот так вот, берем Анубис. Берем и делаем, знаете что? А давайте попробуем дракончика слепить из этих двух скинчиков. Будет, мне кажется, хорошо. Давай. Да, есть! На тоненького прям, но победа наша. Отлично просто. Итак, друзья, финальный апгрейд. На $150. Градиент. Hitman Knife StatTrak. Пожалуйста, друзья, поддержите это видео лайком. Вне зависимости от результата данного апгрейда, я заканчиваю ролик. Это было очень эпично, очень жестко. Так что, друзья, влепите лайк, напишите комментарий. Нажимаем улучшить. Да! Есть! Друзья, спасибо всем. X2, как я обещал, к депозиту. Мы получили с одного последнего апгрейда. Это очень жестко, это очень клево. Спасибо, друзья. Всем пока.